Приветствую вас. Давайте разберем вопрос, который вы задаете. Какими поступками перед мужчиной обозначить свою значимость, становиться принципиально в позу? Или что именно, как практически это осуществить? Спасибо. Ну, вопрос задан несколько непонятно, да? То есть, принципиально ли вам становиться в позу или нет, что именно практически это осуществить, да, то есть как бы тут немножко связь, мне кажется, нарушена немножко, ну вот в вашем тексте, вот, но в целом, я думаю, что ваш вопрос, он в целом понятен, да, и в принципе то, о чем вы спрашиваете, ну, тоже, в общем и целом, понятно. Я не думаю, что здесь могут быть разночтения определенные. Вам хочется почувствовать себя значимой для человека. Вот. И вы знаете, ответ на ваш вопрос, он как бы вопрос, как это не парадоксально звучит, да, но он вопрос. Чтобы обозначить свою значимость, нужно сделать что-то, что для вас значимо. Вот как бы и все, по сути. То есть, все. До тех пор, пока вы этого не сделаете, до тех пор, пока вы вот как-то, ну, в этом направлении не будете двигаться, я боюсь, что, ну, мужчина просто вас не будет видеть значимым, потому что ситуация-то, она заключается в чем? Да, в чем заключается ситуация? Ситуация заключается в том, что человек почему-то вас изначально не воспринимает как значимый, да, то есть, вот, вот вы для него, да, как бы незначимы, ну, вот. И, соответственно, связано это может быть только с одним моментом. Вот, это может быть связано только с тем, что вы как-то вот игнорируете, да, как-то вот пропускаете то, что вам важно, да, то есть вы пытаетесь, ну, условно говоря, подстроиться под мужчину, подстроиться под него, адаптироваться под него. Вот, очень часто бывают такие ситуации не очень приятные, когда человек вот в начале отношений пытается что-то делать для другого, думая, что как бы, ну, что это получится, да, что человек будет его ценить, что человек будет его уважать, ну, вот. В итоге этого не происходит, человек не уважает. Человек не ценит, человек не, как бы, ну, не улучшает свое отношение к нему, вот, и, соответственно, начинает уходить в претензии, в злость, в обиду, в гнев и так далее. Вот это все чувства уже, как мне кажется, такие вот они достаточно, ну, поздние. Вот. Поэтому вам нужно делать то, что значимо для вас, и не думать, собственно говоря, о человеке, да? Но это, как мне кажется, не так просто, потому что если бы это было просто, то вы бы, скорее всего, в такой ситуации бы для себя не оказались. Да, то есть вы бы не оказались вот в ситуации, когда вам нужно как-то вот, ну,
ну, как-то значимый быть. Вот. И, соответственно, я думаю, по крайней мере, что есть причины, вот, есть причины, по которым вы как-то вот, ну, позволили, да, себе вот, ну, как бы мужчину, значит, пропустить, да, то есть, ну, как бы сделать его, ну, в какой-то степени, ну, важнее, чем вы сами. Ну, вот. То есть, как бы, я думаю, что вот это вот, ну, на это у вас есть, как бы, ну, причина, да, на это у вас есть, ну, основание, да, то есть вот вы как-то вот в этом смысле, значит, ну, ограничиваете себя, да, то есть вы в этом смысле как-то вот себя, ну, принуждает в этом смысле. Вот. И, соответственно, на мой взгляд, нужно вот увидеть, то, каким образом вы себя вот как бы обесцениваете, да? То есть, как бы, почему вы, ну, как бы, вот, себя обесцениваете, да, почему вы себя игнорируете, как вот, так вот получается, что вы это делаете. Ну, вот, и, соответственно, уже дальше можно будет с этим работать. То есть, как бы, вот, я понимаю, да, я понимаю, что вы вот, как бы, сейчас, ну, направлены на то, вот, чтобы для мужчины стать, ну, как бы, значимым. Вот. Но правда в том, что вы как-то вот себя сами, да, получается, ну, как бы, значимым не ощущаете. Вот. И, на мой взгляд, вам нужно вот как раз на это обратить внимание. Вот. Чтобы таких вот моментов, ну, в этом смысле не было у вас. Вот. То есть, ну, важно, чтобы вы заметили этот аспект. Вот, и, соответственно, ну, как бы, вот, когда вы заметите этот аспект, когда вы, ну, увидите, вот, где вы как-то вот себя обесцениваете, да, где вы, вот, себя игнорируете, где вы себя, ну, вот в этом смысле, как бы, ну, пропускаете, да, вот, тогда вы, наверное, сможете, ну, как бы, делать вот, как раз-таки вот, ну, значимые поступки. Вы сможете делать значимые моменты. Вот. И человек в этом смысле, да, будет вас, ну, как бы, ценить тогда, вот, когда вы не будете игнорировать себя. Вот. А сейчас вы как раз-таки вот себя игнорируете. Вот. И как результат, да,
как результат, как раз таки. Как результат. Вы потом чувствуете себя незначимым и пытаетесь вот в этом смысле, значит, ну как бы компенсировать вот тот момент. Вот, а это, ну, в этом смысле такой достаточно получается круг замкнутый, потому что вам вот все время, ну, все время нужно будет себя контролировать, все время нужно будет как бы вот компенсироваться, вот. То есть это такой вот замкнутый круг, и достаточно это тяжело получить, ну, для вас. Вот. Поэтому, чтобы вот этих всех моментов избежать, да, как бы нужно вот делать примерно то, о чем я говорил. Следующий аспект. Обратите, пожалуйста, внимание на то, нацелены ли вы на мужчину. То есть, посмотрите, вы хотите сделать что-то для него, да, или вы хотите сделать что-то для себя. Вот, потому что одно дело, если вы хотите делать что-то для него, да, тогда вам, в общем-то, нужно, ну, заострить как-то вот внимание на то, что вы хотите для него. А если вы хотите для себя, то соответственно, нужно, ну, вот, как бы заметить, что вы хотите вот, ну, что вы хотите этого для себя. Вот. Я думаю так. То есть, как бы одно с другим, да, смешивать идея, вот, мягко говоря, не лучшая в этом смысле. Вот, поэтому тут вот ситуация именно такая, да, то есть я лично вот сомневаюсь в том, вот, что вы сейчас думаете о человеке. Понимаете, да, о чем, ну, как бы, о чем идет речь. Вот. Так что, ну, как бы, конечно, ну, ситуация неприятная, вот. Но, тем не менее, вот, как бы, то есть, из нее есть выход. Я думаю так, по крайней мере. Вот на этом, я думаю, можно закончить. Вот, я хочу, ну, пожелать вам всего самого доброго. Вот. Буду вам благодарен вам. Обратную связь по моему ответу, да, вот это вам, ну, позволит начать работу над собой, вот вам это позволит, как бы, начать двигаться дальше, вот, в том, чтобы в себе разобраться, вот, и вы сможете что-то для себя решить. Всего вам самого доброго и удачи!